Создатель Norman Jean Crass 255B был создан под вдохновением от канала, определенного канала, где гоняют на таком грузовике. И я был удивлен, насколько он реально похож. Ну вот прям, я бы даже сказал, копийно похож. Да, конечно, есть технологии Scrap Mechanic, но тут понятно, наверное. Отлично, отлично. То есть использованы технологии Scrap Mechanic, где-то что-то доделано именно по Scrap Mechanic-ски, так скажем, но все-таки он вообще практически точно похож, потому что есть фотографии здесь еще. Я прям был в шоке немножко. Давайте сядем и покатаемся. Великолепнейшая подвеска, она, у нее очень большой ход, и на ней просто можно идеальнейшим образом понаваливать. Ну, как бы, нет, я неправильно выразился, именно поездить. Подвеска очень проглатывает очень большие крены, очень большие повороты, это потрясающе. Мне нравятся подвески, мне нравится вот эта тема грузовиков, которая раскрывается все грамотнее и грамотнее. Да, у нас есть создатели, которые, так сказать, эту тему раскрыли практически на все 100%, но все-таки находится умельцы, как вот Norman Jean. Он пришел, он сделал, и у него получилось. Отлично, давай, давай, давай. Пройдет. Вот задняя подвеска, видно, что она такая небольшой у нее крен. Но вот давайте попытаемся эту, так сказать, проехать лужу, или как это назвать, блин, задней частью. Давайте вот так от сходу. Ну, вот смотрите на колеса передние. Вы видите, какой нереальный просто крен там выдается. Видите, переднего моста. Но это только на переднем, к сожалению. Я, кстати, подобную подвеску, конечно же, видел. Это круто. То есть, возможно, она скопирована, возможно, что-то... Знаете что, здесь уже сложно мне, допустим, определять какие-то подвески, потому что человек мог и сам придумать, да, но мы уже, к примеру, такое видели. Так что здесь тоже сложно как бы решать, скопировал ли он или сам сделал, но все-таки сама именно постройка, как в виде точной копии, это потрясающе. Это реально потрясающе, мне очень понравилось. И я думаю, вам тоже понравится. Притом на нем, на этом кразе очень приятно поездить. И также есть еще одна модель этого краза. Модель с бортом. Ну да, именно. Бортовой милитари, так называемый, ну, по крайней мере, так его назвали. Назвал сам создатель. Он еще круче выглядит, потому что он, как бы это сказать, у него вот эта картина, образ этого краза полностью собирается, и это потрясающе. Здесь уже кнопочек побольше, кстати. Кнопочки давайте посмотрим. То есть мы можем открыть дверь, также мы можем открыть капот, и там такой обычный двигатель, то есть без всяких наворотов, при том... Очень интересно. А, я понял, как повернуты блоки. Окей. Прикольно сделано. И вот это зачем? То есть как бы мы можем колесо таким вот образом. Ну окей, колесо зачем-то можем. И на нем уже можно тоже поездить. Конечно же, он тоже довольно-таки управляемый. Ну, на самом деле, лично мое мнение, что это точно такой же крас. По крайней мере, я отличий не увидел. Но вот с бортом. Это круто, на самом деле, не представляю. Можно так, наверное, сделать множество всяческих моделей. Там с прицепом, где можно какие-то другие грузы перевозить, еще с краном, может быть, еще какие-то модели, так скажем, полный модельный ряд собрать, все варианты таким образом можно собрать. Прикольно сделано, я еще раз повторяюсь, я уверен, что многим понравится, и вы с удовольствием проведете множество времени за поездкой на этих кразах, притом от первого лица вы тоже видите, ну, прекрасно видите, что вид
просто потрясающий, и с удовольствием на нем можно поездить. Кстати, ну, я могу единственное сказать, что бортовой крас, он более по FPS проседает, так скажем. Ну, реально. Конечно, он не очень быстрый, и на нем, да и на нем не хочется наваливать, чтобы прям вот, знаете, прям на бешеной скорости. Оу-оу-оу-оу-оу-оу. А, я знаю, что произошло. Я знаю, что произошло. Вот сейчас произошел тот момент, когда подвеска залипла и как бы давление происходит. Ну, это нормально. То есть я, похоже, скакнул в какой-то момент. То есть прыгнул, и она ударилась и залипла. И... Хотя нет, я вам скажу, он... Он может, в принципе, также разогнаться, но вот этот момент уже, который, воу, где подвеска, так сказать, зацепилась и его начала переворачивать, это уже, конечно, небольшой минус. Да вообще-то, на самом деле, он такой, он может. Как видите, он довольно, скорость у него не маленькая, так что он разгоняется шустренько и, в принципе, может проходить какие-то препятствия, прыгать и тому подобное. Довольно-таки круто. Подвеска, похоже, сохранилась такая же, как и у того краза. Но мне так кажется, это две одинаковые копии. Шикарно. Потрясающая постройка. Доставляет очень много удовольствия. И что самое главное, она идеально скопирована, по-моему. На мой взгляд, вот реально идеально. Создатель No Name. Шагоход с качающимися ногами. Суть конструкции, чтобы ноги сами подстраивались под неровность поверхности. И управление написано, это вот описание я сейчас прочитал. Давайте попробуем, на самом деле здесь как-то оно, вот сами видите, как он установлен, и это довольно-таки необычно. Давайте уберем... Окей. Окей. И, собственно говоря, он стоит уже, он стоит и... Нет, он... Давайте, в общем, управление гудок и радио, то есть у нас управления нет. Ох, мы можем разворачиваться и... Очуметь. Он, конечно, очень резко разворачивается. И тут явно использован баг. И баг. И... Блин, смотрите еще, какая хитрость использована. Блин, это... А. О боже. Ребятки, это потрясающе. Это потрясающе. Я... Блин. Я три шагохода до этого видел, которые мне нравились, как ходили. Они разных форм были, разных моделей. И я говорил, вот они шедевральные. Этот же шагоход я приписываю к тем же. Это вот элита. Это эпик. Это... Да, здесь использован баг. Да, здесь... Но, черт возьми, он идет. Он идет, он не падает, он нормально шагает и он передвигается. Блин, это круто. Он еще и сделан так довольно-таки очень симпатично, ребят. Потому что, ну, как бы форма его, то есть, вообще шикарно. Даже на фильм какой-то похож. Блин, потрясающе. Я, ребят, мне нечего здесь добавить, потому что больше здесь нечем, как бы... Нечего. Просто приходится им только ходить. Тут нажимать больше нечего. И как бы только управлять. А, да, спускается. Смотрите, он ускоряется. То есть, когда спускается. Интересно, вот поднимется. Давайте сейчас проверим его подъем, по крайней мере. Блин, ну... Я не представляю, как у него это получилось, но каким-то образом он это создал. No Name, ты можешь. Ать, 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 ать. Он за...
Ай, блин. Это что-то с чем-то. Это поистине крутая штука. Это невероятно, ребят. Понятно, что поворот использован баг. Датчики тоже использован баг, да, я так понимаю. Передвижение ног тоже использован баг. Но факт ходьбы и простой ходьбы, без всяческих наворотов, без очень мощного FPS. И вот в данный момент у меня 68 FPS, то есть вполне он идеальный, то есть так скажем, да? То есть он вообще, эта постройка вообще не лагает и преодолевает при том горки прям как нифиг делать. Забавно. Забавно. Единственное, что он вот поворачивается так резко, так оп, оп. То есть это единственное, как бы мне просто весь портит все впечатление немножечко. Ну, неестественный разворот, так скажем. Но я думаю, многие эту постройку скачают, многие эту постройку посмотрят. И поверьте, вам стоит скачать, посмотреть, как она работает, чтобы, может быть, что-то свое построить на таком фоне. И самое главное, это просто походить, потому что ходит потрясающе. Он вообще очень клево ходит. Единственное, что мне хочется, вот серьезно, я вот иду, мне хочется в какие-то моменты нажать на пробел, чтобы перепрыгнуть что-нибудь. No name, я от тебя очень прошу, если это возможно, сделать какого-нибудь боевого робота, ну то есть симуляции каких-нибудь стволов, ракетных двигателей, катюш, еще что-нибудь такое. И вот на основе такого, если это возможно, может 4-ногого, 6-20-ногого, там не знаю, но что-нибудь такое вот боевое, так скажем, если ты посмотришь этот выпуск, надеюсь, что посмотришь, и я жду от тебя, потому что я уверен, что ты попытаешься как минимум. На этом я буду заканчивать. На все эти постройки я ссылочка на скачивание будет под видео, также будет ссылка на тему в группе ВКонтакте, в которой вы сможете найти все эти постройки, ну и также найти другие постройки, которые туда скидывают, может быть, даже поделиться своими постройками со всеми и, в частности, со мной. Может быть, даже они попадут в выпуск видео. Всем всего хорошего, спасибо за просмотр и пока!